правительстве состоялось заседание регионального совета Северной железной дороги. Провел его временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Цель встречи – выяснить у представителей РЖД, какие потребности есть у крупнейшей компании и сопоставить их с возможностями ивановских предпринимателей, чтобы они поставляли для нужд РЖД продукцию легкой химической промышленности, машиностроения. Напомним, что в конце октября в регионе состоялось важное заседание, на котором были намечены многие аспекты сотрудничества предприятий региона и РЖД. На совещании был принят ряд важных решений, в том числе по реконструкции вокзала в Иваново, самого большого на Северной железной дороге, ускорение пассажирских поездов на участке Иваново-Москва, развитию туристических маршрутов в городе Иваново, расширению использования промышленного потенциала предприятия Ивановской области. В начале заседания Станислав Воскресенский пояснил, почему встреча не началась вовремя. Начальник Северной железной дороги и рио-губернатора рассмотрели график запуска скоростной «Ласточки» из Иваново в Москву. Что мы тоже обсудили, так это точно, что вот там-то точно должна быть вся начинка, которая возможна, и текстиля, и других отраслей. Именно с предприятия Ивановской области. По словам Станислава Воскресенского, все подготовительные работы к запуску «Ласточки» планируется выполнить в следующем году, чтобы жители области смогли как можно скорее воспользоваться прямым железнодорожным сообщением. Такой подарок для жителей региона был бы весьма кстати, ведь именно в 2018 году Северная железная дорога отметит 150-летие, а ее истоки лежат именно в Ивановской области. В 1868 году открылось движение по Шуйско-Ивановской ветке. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.